Магнитогорск приехала ярмарка верхней одежды отечественного производства «Ермак». Она развернула свои торговые ряды на втором этаже Дворца спорта имени Ивана Харитоновича Рамазана. Выбор курток огромен, цены демократичные. Ярмарка верхней одежды «Ермак» предлагает магнитогорцам большой выбор мужских и женских курток производства швейных фабрик Москвы, Ростова, Краснодара. Мы привезли новую коллекцию весенней верхней одежды. У нас представлено более 5000 моделей курток. Все очень хорошего качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов. Размерный ряд представлен от 42 по 72 и все по оптовым ценам. Яркие модные куртки для девушек, солидная верхняя одежда для дам, стеганые куртки с лазерной обработкой. На ярмарке «Ермак» оденут любую женщину. Лазерная обработка у нее, с пропиткой она идет. На утеплитель верблюжья шерсть, карманы на магнитах, то есть застегивать их не надо. Вся верхняя одежда выполнена из современных, удобных и носких тканей. Эта курточка у нас краснодарская, она влагоотталкивающая. Ткань плащевочка идет, и она при стирочке очень хорошая. Вот тоненький полиэстер. Пришла выбрать куртку своему мужу, и сразу мне предложили 3 фасончика. И я выбрала одну краснодарскую, очень хорошую, мне очень понравилась. Нормальная цена устраивает, особенно пенсионеров. Ярмарка верхней одежды «Ермак» будет работать на втором этаже Дворца спорта имени Ивана Рамазана по адресу проспект Ленина, 97, ежедневно по 31 марта включительно. Покупатели здесь ждут с 10 до 19 часов.